Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Tiguan 2009 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 230 тысяч километров, а заменю на нем свечи зажигания. Открываем капот и снимаем катушки. Снимаю крышку. Немножко обдую. Отключаю катушки. И откручиваем их. Говорю, откручиваем их. Вытаскиваем. Они не закреплены. А, нет, думал, влага. Сухо. Катушки не качаю, просто беру с двух сторон, равномерно поднимаю. Здесь какая-то грязь. На соединение прокладка маленько подтекает, совсем малость, на первом и на четвертом цилиндре. Продуваем. Свечной ключ на 16. Нагар рабочий. Свечка стояла NGK PFR-7S.
А накар на всех свечах нормально. Новые свечи берем такие же, как и стояли. PFR-7S. Ну, там еще дополнение есть. БЕГ. БЕГ. Номер для заказа 1675. Эти же свечи идут и в оригинале. Здесь получается свечку дотянуть 2/3 оборота после того, как поджали ее. Ну, зазор на свечах 7-ка-то, а на старых он был увеличенный. Если взять старую свечку, вот насколько зазор больше. Наживляя. Свечку не бросаем, опускаем аккуратненько и закручиваем. До ворот, как говорил, 2/3. Не знаю, свечи по-разному дотягиваются. Либо динамо лучше всего закручивать, либо от руки до чувствительности. Перетягивать не буду. Ставим на место катушки. У катушек есть резиновые такие направляющие, не резиновые, пластиковые. Здесь есть проточки и отливы. До характерного щелчка. Ну, теперь одеваем разъемы. Закрываем крышкой. И на этом все. Замену свечей зажигания я закончил. Всего вам доброго.